Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Grammy Game. Краткий обзор у меня есть на YouTube. Если кого заинтересует, можете посмотреть. Это же видео по выводу монет. Значит, в прошлом видео я забыла вам сказать самую главную вещь. То, что нужно активировать машину. При регистрации дается 500 монет, 500 коинов. Их вывести нельзя, но можно приобрести машину, я показывала. И ежедневно раз в 24 часа вот здесь надпись, что нужно включить машину для мороженого. Ее нужно активировать. Так, заходим и активируем. Все, через 24 часа опять захожу и активирую машины. Ежедневно, раз в минуту мне идет 0.13 коинов. Значит, по выводу монет, друзья, что здесь происходит? Проверила я на вывод. Платит. Значит, вот баланс у меня 3000. 103 монеты. Вывела я только 200 монет. Вот здесь обмен. Минимальный вывод 200 монет. Значит, смотрите. У меня 3000 монет. Здесь я... Ну, вообще, как бы мы можем минимум 200 монет. Далее идет 1000 коинов. Это 10 центов, ну и по нарастающей. У меня 3000, и я могу заказать, да, по идее, вот это 1000 коинов на вывод. И что у меня здесь? Я прописала в настройках, когда я писала видео, я прописывала Pair кошелек, потом я еще прописала с Faucet Pay USDT. Значит, я что, кликаю вот сюда на Pair и ставлю на вывод вот на 1000 монет. И что мне здесь они пишут? Переводим на русский. Смотрите. Вы не соответствуете требованиям для вывода средств. Я покупала депонировала я сюда 1 бакс. Вот. Я купила машину. И сделала там реинвест. Еще как бы, да. И я не могу ни на Faucet Pay, мне не дают вывести, ни на Pair. Ладно, я попробовала по минималке 200 монет. 200 монет не дали вывести. Я выводила на Pair. Это 2 цента. Ну, вывод тут доступен раз в 24 часа. Видим, да? Теперь через 24 часа я только могу сделать следующий вывод. В общем, меня это не устраивает. То, что проект платит, монеты вывелись, платит инстантом 5 ноября. И взяли комиссию. И что, я буду выводить по 1 центу раз в 24 часа выходит? Вот, Grammy Game. Ну, типа, платит, все замечательно. Вот. Я не рекомендую сюда инвестировать. Хотите работать без вложений, так как здесь нам дают возможность без вложений работать. Работайте без вложений, минималку набирайте и ставьте на вывод 1 цент. Вам придет, если вам дадут. Вот. Я написала в поддержку, не знаю, ответит мне поддержка или нет. Суббота, воскресенье у них выходной. Ну, посмотрим. Ответит или нет, я думаю, что навряд ли тут кто мне ответит. Вот. Ну, что я могу сказать по этому проекту? Я впервые в таком проекте участвую. Какаха, а не проект. Вот меня это, конечно, не устраивает.
Вот. У меня куплены машины. Мои машинки. Вот эту я купила за 4200 монет. А это дали при регистрации за бонусные я активировала и сделала вот реинвест. В общем, как-то так. Хотите работать, работайте, не хотите, пройдите мимо. Меня это не устраивает. Я ждала лучшего, конечно, от этого проекта. И ежедневно по одному центу, но провались, конечно. Всем удачи, больших заработков. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.